А вот теперь у нас на Канемахе, по-моему, Тимур Кузьмин, да? Или нет, это уже Дмитрий Баркалов. А, так, ну так это вообще надо на него смотреть внимательно, Баркалова. Смотрите, я даже уже со счета я сбилась, я не знаю, сколько это он сделал на конце коня кругов. А каждый круг потом ему уже делает определенную надбавку. Давай. Вот здесь ошибка. Ну что ж такое, явная, они так не могут себя вынести полегче в стойку. Ну улыбается. Или улыбается от удовольствия, или от того, что извиняется за то, что он завершил не очень точно. Я думаю, что второе имеет место быть. Ну ничего, тогда это приятно. Смотрите, как он хорошо прохаживается.